чем дело? Что, Костенька? Где свет? А света нет, нам отключили за неуплату. На прошлой неделе последний раз предупреждали. Вот зараза. Ничего, прорвемся. Воду скоро отключат, и газ. Шоу Константина Острова еще встряхнет этот город. Костенька, нас точно так, не выселят? Так, не паникуй. Сегодня решающая встреча. Денег будет завались. Вернем с процентами. Проспект уже заклеен афишами. А вдруг он передумает и будет как ничего, в прошлый раз? Все будет за best. Костенька, я тебя умоляю, не крутись. Мама, а где туалетная бумага? Господи, ну там же было 3 рулона. Ну не мог же Мефисто слопать все. А вы не видели Мефисто? Нет. Ярик, Борик, немедленно прекратить все равно, понимаетесь? Умер, сбежала! Не пускай его! За пса, укантую! Стоять, догоню псу! Бабуля, доброе утро, убегаю. Костя! Договор взял? Бабуля, не сейчас, я страшно опаздываю. Я давно пытаюсь тебе сказать. Ты посмотри, я... Посмотри, что я нашла. Обещаю, все будет the best. The best. Костя, это важно. Пока. Удачи. Теперь нам поможет. Только чудо. До ближайшей гостиницы. Стой! Осторожно! Почему выпало? Все к одному. Еще и Бобик в ремонте. Да закончится когда-нибудь эта непруха. Я давно хочу тебе сказать... Все под контролем. И только не переживай. Мы найдем жилье. Сейчас я позвоню Гене. Мне кажется, он может одолжить денег, хотя я ему уже должен. Нет, алло, по материнской линии достался особняк вот, в наследство в Вилейском районе. Сейчас я позвоню там Вове. Там большой дом, Вован. Старый парк, да, пруд. Да. Я, правда, не была там со времен моей бурной артистической молодости. Но друзья семьи присматривали за всем. Что-нибудь досталось. Ты меня слышишь, Костя? Бабуля, Я думаю! Бабуля, ты сказала дом? Особняк. Так что же ты раньше молчала? Геля! У нас весь дом! Правда, говорят, с этим домом связана какая-то мрачная родовая тайна. Дети, у нас есть дом! Мальчики,
тихо. Ух ты! Покалечитесь. Место прям как дом монстр, часть вторая. Да нет, жилище дьявола, 4. Круть! Мам, а можно мы будем жить вон в той комнате, куда дерево уперлось? Помогите мне разобраться с вещами и живите хоть на крыше. Быстро сюда. Да. А чё? Нормально на крыше? Чё я, Карлсон? Ваня, помоги. Пахнет тленом. А тут случайно нет кладбища? Когда-то было. Ничего-ничего, дайте мне пару месяцев. Вы просто не узнаете этот дом. Папа, а ты опять все сам сломаешь? Или мне тоже можно? Лютик, не мешай. Иди, папа думает. Что ломать? Я тоже хочу ломать! Кто последний закунсая макака? А ну, стой! Ваня! Иди-ка сюда! Макака! Бабуля? Не пущу сам макака! Ты, макака! Не ты! Папа, не получила уведомление о вашем приезде. Добро пожаловать. Капитолина Янко, сторож. Каталина Янко? Вы из Трансильвании. Из транс чего? Можете называть меня просто Капа. Капа одеяло. Мы, знаете ли, сюда... самыми серьезными намерениями. А вы в курсе, молодой человек, что у этого дома необыкновенное прошлое? Много лет назад, во времена княжения Ягаю, на этом самом месте жители... Да-да, конечно. А вот скажите, никто здесь в прошлом никогда не пытался устроить, скажем... парк аттракционов? Костя. Нет. Но в этом доме творились ужасные, незабываемые вещи. Да-да-да. Но скажите, парка аттракционов тут точно не было. Yes! Ну, наконец-то я здесь буду первым! Лопапал, лопапал! Это просто супер идея. Я гений. Киндеры, быстро вещи в дом. Чем в музее. Ух ты, Сингер! Ничего себе, настоящая прялка! И шлем! О! Так, Ша, все по местам. Быстро собрали вещи и отнесли наверх. Мальчики, осторожно там. Папа должен собраться с мыслями. О, смотри! Здесь два холодильника. Мама!
50-х годах прошлого века здесь размещался детский дом. А в 1936 году анатомический кабинет. Огурцы мои. Какой ужас! Костя! Костя, она же вот-вот оборвется! Исключено! Люстра висит на этом месте с 1756 года. Она выполнена по заказу вашего предка итальянским мастером Мартини Бьянко Кьянти Мадерра Баролло Макарони. Да, вот эту макарони мы и заменим в первую очередь. И еще эти стены. Это мрак! Распугаем к черту всех инвесторов. Срочно красить в салатовый. Похож на мутанта. Как вы можете? Это портрет старейшего владельца усадьбы Симеона Чернокнижника, заживо замурованного в этих стенах. Жесть. Его дух бродит здесь и поныне. Не волнуйтесь, мутант – это Ванин друг. А вот что касается призрака… А вот что касается призрака, то это наименьший из кошмаров, которые свалились на мою голову за последние несколько дней. Иван, тащи наверх чемоданы. Стряслось, мой незваный гость. А чего сказать мне не хочешь? Тишина в ответ, далеко рассвет, и покоя нет. Никто не видел его уже несколько лет. Все, милая, пора смотреть сны. Давай, давай. Вот так. Мам. А можно кота оставить? Какого кота? Да вот же он со мной на подушке. А, ну хорошо, оставь, только пусть тихо лежит. Пусть, он милый. Спокойной ночи. Доброй ночи, Амадей. А ты мне нравишься. Милым еще никто не называл. Может, я могу помочь. Что с тобой стряслось, мой незваный гость? А чего сказать мне не хочешь? Тишина в ответ, далеко рассвет, и покоя нет духом ночи. Духом ночи, духом ночи.
духом ночи. Паня! Перестань мучить животное! Животное! И меня! Вот я вас всех на учет поставлю! Стой! Ой, Нуба! Стой! Да стой, козел! Козла отметишь? Так, вот на такую сумму мы должны выйти, чтобы обеспечить будущий парк всем необходимым. Папочка, но здесь же одни нолики. Да, ноликов действительно многовато. Кому горячую булочку? Ой, мне, мама! Мне, мама! Можно мне стакан крови? Олень, она же без изюма! Вот тебе. Кровь убитых помидоров. А не будешь лопать, отправишься к своим призракам раньше срока. Мам, если Ванька не хочет булочку, я могу ее съесть и рассказать ему, какая она была вкусная. Вань, ведь это уже будет духовная пища. Вот видишь, разлил сок, даже не съел стакан. Удержать. Ваш сын ничего не проливал. Здесь пролилась кровь. На этом самом месте погибла жена Симеона, француженка Клодия. Муж убил ее из ревности. Говорят, мадам отдала садовнику фамильное кольцо. Братья Клоди замуровали убийцу в подземелье, пообещав, что скорее сестра прольет слезы над своим мучителем, чем Господь ужалится и призовет к себе его душу. Как интересно! Нужно как-то обязательно использовать эту легенду. Так в нашем парке будет. И замок ужасов. А проект мы назовем? Назовем мы этот проект Киндер Велика! Ура! Или Киндер Велик? Yes! Клево! Давай еще! Кровь, призраки. Капитолина, вы что, серьезно в это верите? Как угодно.
Но этому несмываемому пятну уже много столетий. Оно пережило царей, историков, пионеров и даже кинематографистов. Как все запущено. Ну вот, в принципе, все. Думаю, что краска была китайская. Жаль. Говорил я тебе, нужно было на 5 баксов спорить. Молодец, сына. То, что призраков не существует, совсем не значит, что на них нельзя делать деньги. Хорошо сказал. Так, семейство, внимание. Портрет меняем на что-то более экстремальное. Скажем, Семен Чернокнижник убивает своего сына. А нет, жену. Так, а теперь... Ох! Конец света. Надо закрыть окна. Папа, вам плохо? Костя, где этот шатырь? Не знаю, но мой коньяк в тумбочке. Бутылки из-под колы. Там написано «Растворитель». Так не пойдет. Орден записан на Клавдию Францевну, мою любимую бабушку. Но я живу здесь уже много столетий! Папа, ну зачем так трагично? Вы отлично выглядите. Центр тяжести там. Давай. Осторожно, голова. Да. Кого там еще? Плохо. Здравия в вашу хату. Капа. Капитан Хомяков. Быстро за полотенцем. Чей капитан? Каких Хомяков? Смешно. Я ваш участковый. Пришел, так сказать, ознакомиться с новыми жильцами. И жировочку вашу с почты забрал. Вот она. Разрешите войти? Капа. Тут милиция пишет. Гоните. Капа. Я смотрю, это чучело вас уже напугало. Капа. Тише, она приходит в себя. Душно тут у вас. Сколько? Ну так я по поводу регистрации. Дом, как я понимаю, на гражданку Острову записан. Да, на Клавдию Францевну. А вас как по имени отчеству? Сан Саныч. Ага, Сан Саныч, я тут хотел спросить... Я вас пока карандашиком запишу, чтобы потом новую страничку не заводить. Вы ведь к нам ненадолго. Нет, ну как ненадолго? Мы пока приживемся, пока обустроимся. С детишками приехали? Да, конечно, с детишками. Стоять! Валим! Пишите сразу, бандитами. Детишкам здесь делать нечего. Вот и развлекают себя всякой ерундой. Да и взрослым. Не понравится вам у нас. Нет, что вы, знаете, скоро здесь будет развлечение. Хоть отбавляй. То есть вы уже все поняли? И полнолуние скоро. А это что?
Куда? А ну, стой! Вот бесово племя, а! Шуфель, ты дважды доказал, что достоин быть членом братства. Первый раз, приручив козла, мы поняли, что ты терпелив. Во второй раз, похитив свисток у серьезного соперника, мы узнали, что ты находчив. Но настало время доказать твою храбрость. Просидев на кладбище до петухов в ночь полной луны. Лишь после этого ты получишь совок Крутокопа и право называться нашим братом. Выше хвост, мы будем рядом следить, чтоб ты не смылся от скуки. Да шучу, шучу. Призраков там нет! 100 раз проверяли. А может, днем? Днем. Днем и заяц храбрый. Да не трясись ты. Ведь кто самый смелый? Лиськи Крутокопы! А кто самый ловкий? Лиськи Крутокопы! А кто найдет сокровище призрака? Казался интересней. Не на экране, не в компе, а наяву. И чтоб реали подхватили эту песню. Все те, кому такая фишка по нутру. Мы крутокопы, мы не поседы, мне не дотёпы. Накопим опыт, найдем все ответы. Мы крутокопы из центра Европы. Мы крутокопы, мы не поседы, мы не дотепы, а краи беды. Накопим опыт, найдем все ответы. Мы крутокопы из центра Европы. Нет, не все уж так и плохо. Стой. Мы могли бы... Ой, зараза! Болото какое-то! Спасибо. Держи. Дорогая, ты вообще не переживай, да, не волнуйся. Не здесь летом можно даже организовать открытую эстраду. Музыка там разная, танцы. Так, Тарзан со своими тарзанками. А что здесь? Этот пень похож на плаху, а там, может быть, поляна призраков. Нет уж, с призраками у нас покончено. Тогда давайте построим пыточную. Ваня, ты сам-то понял, что сказал? Подведи на кого.
коммуникации. Это знаменитый источник слезы Клодии. Тот самый, что пересох в день убийства. Гениально! Это просто идеальное место для аквапарка. Каскады, фонтаны, рыбки там всякие. Геля! Как тебе название «Водная феерия»? Костя! И уйти куда? Нам только заразы какой-нибудь не хватало. Не подходить к этой малярийной яме, ты меня поняла? Иначе водная феерия тебя ждет в туалете, всерьез и надолго. Осторожно. Давай иди. Иди там мультики посмотри. Дорогая, ну чем плоха водная феерия? Потому что была уже огненная феерия. Все как обычно. Переделывают мир под себя. Это мой мир! Ты давно умер, Семен. Молчи, животное! Я тут. Вот из-за таких излишних эмоций мы с тобой здесь и застряли. Будь ты по коммуникадам, сейчас не было бы стольких проблем. Это... циники! Амадей! Ни страха, ни священного трепета, ничего! Ну, быть может, стоит поговорить с ними по душам. Предложить компромисс. Хотя... собака. Действительно неприятно. Ничего. Впереди ночь. Добрая ночь, господа. Спасибо, что нашли время здесь сегодня собраться. Надеюсь, вы не пожалеете, что уделили мне свое время. Попрошу тишины. И, пожалуйста, отключите мобильные телефоны. Поклон. Мы отчаянное племя, наше шоу must go on, must go on, шоу must go on.
саксофон. Кто здесь? А? Вот ё-моё, сомлел всё-таки. Шуфель, вставай, утро скоро. Никаких призраков нет. Как нет? А это кто? Буля, ты что делаешь? Ужас. Замерз совсем. Давай я тебя укутаю. Вот так вот, накрылся. Ну и выключи ты, в конце концов, этот компьютер. Посмотри, как ты щуришься. Ба, мои счастливые очки пропали. Ну ты же знаешь, что сейчас от этой коробочки, от этого ящика зависит все наше будущее. Да что ты, внучек. Будущее зависит не от техники. Господи, ба, наша семья на краю финансовой пропасти. Нам просто позарез необходимо найти инвестора. Еще одного провала я просто не переживу. Пережить можно все, кроме смерти. Когда мне приходилось висеть под куполом цирка без страховки, знаешь, что помогало не сорваться? Сетка. Я говорила себе, моя судьба только в моих руках. И делала трюк. Ой, дома держи. Так, что на этот раз? Да ничего особенного. Мы хотели трансформера сделать. Я вам дам... Между прочим... В 1956 году здесь располагался филиал исторического музея. И это ценный экспонат. Да. Был. Это же мои доспехи. И то, что их присвоил музей, еще не значит, что все можно ломать, крушить, вандалы! Таинственный незнакомец, приветствую тебя в стенах моего особняка. Признаться, я недолюбливаю коллег, но вместе мы сила! Дальше обнять тебя в знак дружбы! Конечно, очень уважаю ваш возраст, Капитолина, но заниматься подобными глупостями – непростительное ребячество. Я уже не говорю про эту антисанитарию. Ваши причуды с этим кровавым пятном отпугнут любого спонсора. Вы до сих пор не поняли? Этот дом живет своей жизнью. Я не прикасалась к полу. Прикольно. Иван, твои штучки? Нет, ну, черт знает что! Геля! А? Геля! Что?
Ну вот, полюбуйся. Нет, ну какое свинство, а? Да у них же просто нет совести. А ну, признавайтесь, ваша работа. Это не мы. Это, наверное, Люська все конфеты слопала. Или привидение. Мы вообще не знали, что ты ключ от буфета в портсигаре прячешь. Ясно. Значит, это привидение. У меня две сигареты свистнуло. Так, а ну-ка сюда, я вам покажу привидение. А ну, иди сюда! Наглая ложь! Не брал я никаких сигарет! Костя, а что это значит? Это значит, что наш особняк стоит как минимум на нолик дороже. Yes! Нужно срочно произвести новую калькуляцию. Кто-то мне в кабинет? Капитолина, когда будет кофе? Боюсь, что не скоро. В доме пропало электричество. Конец света. Где мой ноутбук? Ну-ка, ну-ка. А ничего. Неплохая вещь. Ваше предложение заинтересовало. Уезжаем. Я не знаю, кто взял мой ноутбук, но если с ним что-либо случится, эти двое будут серьезно наказаны. К счастью, я успел связаться с инвесторами. Завтра они будут здесь. Итак, готовность номер один. В связи со сложившимися обстоятельствами, ответственным за подготовку я назначаю... Ивана! Ты создаешь специфический антураж. Я могу спеть. У меня здесь приготовлена небольшая концертная программа, Я сказал, создаешь, а не разрушаешь. Если судьба посылает продюсеру форс-мажор, он просто обязан сделать из этого шоу. Итак, ребята, завтра все должно быть... ЗМС! Потом надо нового полнолуния с глаз отгоняет. Ты что, не знал? А вообще-то у нас тут скучно. Сокровище призрака. И те разыскать не можем. Вот вырасту, сбегу в мореходку. У меня папа капитан. Сокровище призрака. Нашего, что ли? Вот еще, вашего. Только приехали, и уже ваш. Мы тут знаешь, сколько копаем? С чего вы взяли, что сокровище вообще существует? А как же? Призрак потому и не уходит. Клад сторожит. Только мы тут уже все перекопали. Нет ничего. Привидение точно есть. На него мой предок очень рассчитывает. Предок? На призрака? Ага. А он у тебя кто? Да так.
Ничего особенного. Парк аттракционов у вас строить собирается. У нас? Велейки? Угу. Крутяк. Да у тебя золотой предок. Добрый день, пани Элеонора, господа Гримм, Киндерви, рад приветствовать вас в своих дружеских, теплых объятиях. Келли, где наш кровать со смайликом? Шайзе. Уважаемые господа, фирма Остров и Компани счастлива приветствовать вас в этой скромной обители духов. И в знак нашего абсолютного расположения примите от самого чистого сердца. О, майн год. Ваша сдача. Келя. Это есть ваш символика? А? Это есть наша шутка. Шутка. Да, это, знаете, у нас тут фишка нашего парка — местные легенды. Да, у нас дом с привидением. У нас парк ужасов. Ну и все такое в таком жанре. Фантастика. Вундерба, настоящий фольк. Так, в Европе это сейчас очень модно. Вы хорошо потрудиться. Уже вы сделали настоящий разрушенный дом. И я вас прошу. Я же сам видел, как он отправлялся в духовку со смайликом. Ну, Семен, придушу. Спокойно, Костя, спокойно. Это уже сделали до тебя 300 лет назад. Так, господа, а теперь переходим к самому главному. Милые гости, просим в наш ужасный дом. Проходим, проходим, проходим. Это мы, естественно, все заменим. Здесь будет все. Это вам? Дзинькуи. Настоящий дом с тайной. Ну, я. Sehr gut. Очень красиво. Mm-hmm. Господа, обратите внимание, в доме имеется несмываемое кровавое пятно 15 века. А теперь я попрошу за мной наверх. Мы обсудим детали контракта. Здесь, знаете, немножечко темновато. Ну, прошу наверх. Невозможно.
Das ist wirklich Dom Привидений. Я фантастичен. Немедленно подписывать контракт. Я. Проходите. Yes. The best. Амадей, что это было? Ты становишься популярным, Семен. Поколение зомбоящиков и интернета выбирает тебя. Котяра. Я понял, как с ними бороться. Ная, гуд. Мы будем давать деньги для ваш киндервуд. Киндервиль. Я. Киндервиль. Это очень прогрессивный проект, перспективный. Мы нигде в мире не видеть такой натюрлих дом с привидениями. Вам шо, а? Момент. Нань, это невозможно. Это слишком страшно. Шайзе, налог для инвесторов развлечений поднялся на 301%. Сожалею, але бизнес есть бизнес. А в этом месте его кто-то проклясть. Секунду, подождите, это просто какая-то ошибка. Тут кто-то что-то спутал. Извините. Сейчас все будет хорошо. О, майнброд. Вильям. Я. Подождите, я сейчас вам. Подождите, я сейчас вам. Черт, я сейчас вам все объясню. Секунду. Yes! Амадей, мы сделали это! Они испугались! Тири-тири-тири-тири! Стойте, это ужасное недоразумение. Я все могу объяснить. Пани Леонора, стойте. Подождите секунду. Стойте. Куда же вы? Это провокация. Это просто провокация. Пап. Ну что, доволен? Угробил проект, на который делал последнюю ставку. Ты злобный, мерзкий старикашка. Ты никогда никого не любил, поэтому ты никому не нужен. Ничтожество. Ты ноль без палочки. А ты? Ты-то кому-нибудь нужен? Позор фамилии! Ни одно дело до конца довести не можешь! Я? Позор фамилии? Убийца! Эгоист! Да! Шарлатан! Шарлатан! Бездарность! Бездарность – это когда человек живет и не знает, зачем. Значит, наш папа – дарность. Он живет для всех нас.
Ах ты мой философ. Пел соловей под луной серебристой, плакала роза росою душистой, и расцветала под музыки звуки. Пел соловей о любви и разлуке. Пою я, друг мой далекий, пусть цветут в моем сердце вечно красные розы, розы нашей любви. Клодия! Вы назвали меня по имени? Простите, мне показалось. Этот голос, он так похож на другой. Клодия ваша жена, и вы до сих пор ее любите. Вот еще! Эта яичка сломала мне жизнь, девчонка-выскочка! И постоянно мне лгала! Вот скажите, как можно было потерять фамильное кольцо, спасая чужого ребенка? Вообразила, что может водить за нос великого чернокнижника! Так вы действительно маг? Желаете убедиться? Прошу! Останешься со мною навсегда. Нет, Семён. Мое время еще не пришло. Но в тебе ее кровь. Мы семья. Конечно. И нашей семье сейчас очень нужна помощь. Моя и даже твоя. Подумай, ты душа Киндервилля. Более популярного аттракциона, чем дом с настоящим привидением, не было во всем мире. И ты его звезда. Да, звезда Киндервилля. Мак и волшебник Семён. Мой. Цветов и крупнейшие заголовки на сайте. С Костей я поговорю. Помоги ему, Семён. У нас отличные новости, теперь все будет хорошо.
Бабуля, теперь у нас на самом деле будет все хорошо. Да? Костя, послушай, знаешь, кто нам поможет? Конечно. Господин Ян, господин Ян. Так, проходите, прошу. Окей, осторожно, осторожно. Все, все, все в порядке? Прошу. Бабуля, все будет the best. Осторожно, ступенька. У меня к тебе есть очень важный разговор. Прошу любить и жаловать, господин Ян Хмельсинг, лучший экзор-специалист по изгнанию этих нежелательных родственников. Жеса? Лютик, а ну-ка давай наверх в детскую. Давай, давай. Господин Ян, приступайте. Язва этих мест. Я не понял, что произошло. Этот Семён, он... Брау Ян, там наверняка его логово. Да. Все, артист, ты доигрался. И тебе крышка! Так, ребята, несите веревки. Сейчас! Иван, садовую скамейку сойдет за таран. Еле мне глоток растворителя из тубочки. Не сейчас. Будем брать штурмом. Или так? Извините. Господин Ян, может быть, рациональнее сначала бросить гранату? Ух!
Появился человек на сундук мертвеца. И бутылка рома. Да. Даже в 1976-м, когда здесь находился стационар сумасшедшего дома, такого не было. Рома! Смешно? Ты что думаешь? Это шоу? Все, клоун. Война. Я из себя дух вышибу! Ничего. Я могу и завтра зайти. Нашла. Ты один спокойный.
Ну куда же ты? Кис-кис. Свою семью под обломками. Черт с два! Я не повторю твоих ошибок! Ура! Моих ошибок! Ты забыл? У меня плохая наследственность! Лампочка! Пистолет одиночества! Тебя ничего не научили? Где? Твоя! Thank you.
Ну давай же, глупая псина. Скорее, дело серьезное. Все сюда! Походу, Мефисто взял след. Здесь? Черта не видно. Что? Что там? Люся! Люся, девочка моя, ты жива? Костя! Мама! А что, война уже кончилась? Да. Так, пошли. Дяденька, мы поможем. Подпишите протокольчик. А что у нас есть? А ну, ногу верни! Успокойся, Костенька. Все ведь обошлось. Знаешь, страшно представить, что из-за дурацкого принципа я мог потерять самое дорогое. Семен прав, я неудачник. Все, больше никаких проектов. Пойду редактором на телевидении. И что у тебя останется? Вы? Вы? Скажите, а вы есть хозяин этого необычного дома? Да. А можно задать вам пару вопросов? А правда, что здесь обитает самое настоящее привидение? А вы его видели? А вы правда хотите сделать здесь парк развлечений? Мы хотим помочь вам. Да! Правда! А вы правда хотите нам помочь? Да! Конечно! Это же дело чести! Мы все собрались. Да, но у нас нет денег. Деньги не главные! Вот-вот, ерунда какая! Вдруг нам повезет увидеть знаменитого призрака! Костя! Да нам вообще ваш проект нравится! У вас же, говорят, даже этот бассейн музыкальный был! Ура! Будет! И аттракционы! Куча аттракционов! Круто! Ура! А кроме этого, в начале 19 века здесь останавливался Михаил Огинский, полонез которого вызывает слезы даже у меня. Капа! Не надо, Константин! Ребята, это действительно уникальный проект, и я очень рад, что вы согласились мне помочь. А теперь я прошу вас в дом, я вам все покажу. Амадей, ты слышал? Парк все-таки будет. Я смогу выступать. О, а в тебе погиб настоящий артист. Не говори ерунды. Умереть может человек. Настоящий артист. Бессмертен. Ба!
Как тебе это удалось? Собрать столько людей без рекламы? Хороших людей много. И они, представь себе, меня выслушали. В отличие от меня. Ба, ну ты же простишь своего непутевого внука, а? Ну? 2 недели без компьютера. Дети, у нас лучшая в мире бабушка! Ой. Фонтан, водная феерия. И осталась самая малость. Подвоз бетона, реконструкция сцены, постройка поляны ужасов, испытания аттракционов, кровельные работы, столярные работы, установка стекол, малярные работы, отделочные работы, реконструкция особняка, демонтаж старых ворот и монтаж аттракционов. Как думаете? До осени не управимся. Пап, ты чего? С моими-то ребятами. Крутокопы, к работе готовы? Всегда готовы! Ну, если так. Да, классный у вас парень. Нет. У меня дочка. Александра Александровна. Я же тебе говорил! Нет, да я тебе говорил! Капитанская дочка! Человека! Что? Бабуля, вам? Смотри, что я нашла! Клодии от Симеона. Где ты это нашла, Люсенька? В кладке старого пруда. Мне ангел сказал. Смотрите, Клодия снова плачет. Okay.
Дорогие друзья, гости и, конечно, моя семья, я с удовольствием хочу предоставить право открытия Киндервилля главному вдохновителю и стратегу этого проекта, моей любимой бабушке Клаве! Я буду звать тебя Амадей. Ну, я же говорил, что у меня еще тут дела. Чаще встречаться, дарить улыбки друг другу. И гость по имени Счастье заглянет в наш дом, напомнить о том, что в доме одном мы живем. Я не один, и ты не один. Счастье делить нам нету причин. Счастье такой большой апельсин. Хватит его на всех. Я не один, и ты не один. Вместе прогоним скуку и сплин. Вместе достичь нам проще вершин. Вместе нас ждет успех. Я не ты не один, вместе прогоним скуку и сплин, вместе достичь нам проще жить, вместе нас ждет успех. Ha, 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 ha.